Развить навыки предпринимательства в креативной среде. На это нацелен новый проект организации British Council. Программа Creative Spark, либо творческий импульс, в первую очередь рассчитана на развитие творческого сектора. Данная инициатива будет способствовать снижению уровня безработицы посредством усиления креативных индустрий. Новый пятилетний проект Британского совета обеспечит партнерские отношения между университетами и предприятиями, которые занимаются творческой деятельностью. Предпринимательство в креативной индустрии помогает не следовать уже существующим, а задавать свои тренды. Мы все знаем о возможностях креативных индустрий. Азербайджан продолжает диверсификацию экономики. Мы считаем, что данная инициатива даст возможность сотрудничать и делиться опытом с Соединенным Королевством. Это также позволит обеспечить студентов нужными навыками, в том числе знанием английского языка, что позволит им стать более конкурентоспособными на местном и зарубежном рынках. Партнерский фонд будет поддерживать разработку и реализацию тех видов деятельности, которые способствуют развитию обучения предпринимательским навыкам в 7 странах, которые участвуют в программе. Это Азербайджан, Грузия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения. Максимальная сумма гранта на каждый проект – 50 тысяч фунтов. Все зависит от спроса, а также от потребностей местных партнеров в Азербайджане. Креативная экономика и креативная индустрия состоят из многих областей. Это музыка, исполнительское искусство, кино, культура. Азербайджан – страна с очень богатой историей и наследием. Я думаю, мы сможем изучить здесь множество сфер. Заявки на участие в проекте могут подать университеты, городские и неправительственные организации, которые поддерживают продвижение трудоустройства в креативном секторе, а также играют роль в креативной индустрии. Иной целью Creative Spark является активное применение британского опыта в развитии креативных индустрий. Заявки будут приниматься до 8 октября, а победителя огласят уже 22 октября. Эсмира Алиева, Джавид Гадыров, CBC.